Николай, добрый день. Здрасте. Шоп ты нахуй, а? Пошел нахуй, пидор вонючий. Тварь хохлёцкая. Ну давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Слушай, а что так мало-то? Ты поинтереснее что-нибудь. Педрил, скажи поинтереснее. Как я тебе говорю, то есть не вижу, если ты будешь этим наблюдать. Тебе нормально будет? И все. Ты мало на пидор даже тянешь. Такая дешевка. Такая дешевка вонючая. Тварина. Мразь. Ну давай, давай. Ты, кстати, не забудь еще с МВД позвонить. Ну ты какой-то, не знаю, и как ты там работаешь, непонятно, с таким языком-то грязным, а, тварь? Не, лох вообще-то ты, лох-то это ты, тебя-то туда странно все-таки. Ну давай, давай еще раз говори, мне просто поинтереснее, надо записывать, а, тварь. Мразина хохлядская. Да зачем тебя зачем относить? Есть прекрасный канал на Ютубе. Себя ты слушаешь, мразь. Наверняка каждый день. Ну, видишь как. Ты известный, мразь-то. Ну, не ссы, не ссы, не ссы. Ты сядь там на бутылку. Смажь немножко, все будет классненько. Так это твое дело, посмотрю. Ну ты работник месяца, я тебе скажу. А чего ты, как его называется? А что ты сам не начал звонок с МВД, а сразу с банка? Так же интереснее было бы. Ты